Всем огромный привет! Сегодня буду украшать торт белковым заварным кремом. Здесь у меня медовик с бананом и персиком. Торт просто покрываю кремом, выравнивать его не буду, так как боковые стороны торта буду еще декорировать кремом. Заказали у меня свадебный торт, просили обязательно, чтобы торт был в виде корзиночки и чтобы розы были белого и бирюзового цвета, так как основные цвета на свадьбе будут белый и бирюзовый. Вот такой маленькой зубчатой насадкой буду делать плетение корзинки. Сначала веду, отсаживаю крем вверх и затем начинаю плести корзинку с самого низа тортика. Вот такой большой насадкой розы, она у меня без номера, буду делать розы двух цветов, белые и бирюзовые. Средней насадкой розы внизу тортика делаю окантовку. А теперь самая интересная часть украшения тортика. Выкладываю розы на весь торт. Большой круглой насадкой отсажу бусины внизу торта.
Вот такая вот красота и нежность получилась. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока!